Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Новые технологии и экологичная вытворчасть. Мазырский МНПЗ протягивает будовництво комплексу гидрокрекингу. Эффективность будовничей галины. Гомельский домобудовничий комбинат працует с полной загрузкой. Хутка у школу сетка установ адукации у новым навышальным годе пополнится двумя объектами. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Генеральная прокуратура Беларуси в своем телеграм-канале опубликовала отказ на звороты, связанные с фактами перевышения улады або службовых полномоцтвов с супрацовниками правоохранных органов. Как означено у поведомлении, у республиканское ведомство поступают заявы с потребованиями узбудить криминальные справы по таких фактах. Згодно с парадком, установленным криминально-процессуальным кодексом, заявы накировываются у Следший комитет Республики Беларусь для принятия решения по сутности. По каждому факте будет проведена объективная, полная и усиленная баковая проверка. Органы прокуратуры у ответственности с компетенцией обеспечить нагляд за законностью дозволу даденных заяв. У тым ліку у Генеральную прокуратуру звертаются громадяне, которые не могут установить местознаходжение своих родных и близких после массовых акций, которые прошли на минулым тыдні. Генеральная прокуратура у супрацовництве с Министерством внутренних справ провела работу по вызволению громадян, затриманных у парадку вытворчасці по справах об административных правопорушениях за удел у несанкционованных массовых мероприемствах. Практично усеяны вызволенные. Спис громадян, которые отбывают административный арешт, находится у примацаванном документе. У працяг темы. Больше за 600 громадян звернулися с заявами об отримании телесных пошкоджений при их затримании с супрацовниками правоохранных органов и каля 100 человек об отримании телесных пошкоджений у местах часового утримания. А кроме того, у следствия органы поступило свыше 120 заяв и поведомлений об гвалтовных деяниях протестующих у дочинения до супрацовников правоохранных органов, знищении и пошкоджении майомости, у тым лику службового автотранспорту и объектов городской инфраструктуры. Гэтыя лічбы па ўсёй Беларусі. У следчым камітэце адзначылі, што па ўсіх фактах будзе дадзена належная прававая ацэнка. Пры наяўнасці цялесных пашкоджанняў для ўстанаўлення ступені іх цяжкасці следчымі прызначаюцца неабходныя экспертныя даследаванні. Следчы камітэт працягвае работу па ўсталяванні аб'ектыўных абставінаў супрацьпраўных дзеянняў падчас масавых беспарадкаў. На Мазырском нафтоперепрацовчем заводе протягивается реализация наибуйнейшего у истории проекта – будовництва комплексу гидрокрекингу. Амбицийные инвестпроекты поднимают на новый уровень якость нафтопродуктов, повеличивается ассортимент, объем выпуску и глубиня перепрацовки сыровины. При этом с новыми технологиями на больше высоком уровне экологичность предприемства. А кроме того, увод новых объектов позволяет створать и додатковые працовные места. Про новые горизонты белорусской нафтоперепрацовки наступный репортаж. 40 лет назад было немножко по-другому. Вот вместо этой стены находился щит управления, прибор, которые не были, скажем так, дистанционного управления. Сегодня тут совсем иначе. У коллективе МНПЗ больше за 5000 человек. Практично все процессы автоматизованы. Керование ведется дистанционно за компьютером. До речи, первый крок до сучасных технологий тут сделали с приходом 2000-х. Тогда побудовали и запустили установку каталитичного крекингу. Таких во всем свете только 3. В конце 2019 года на данной объекте была произведена глобальная реконструкция по увеличению мощности и также с дополнительной строительством дополнительной секции, которая позволила увеличить переработку дополнительных объемов сырья. Зараз МНПЗ сконцентровал силы на самом масштабном инвестпроекте – будовництве комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. И он станет наибуйнейшим во Усходней Европе. Это позволит повеличить глубину перепроцовки до 90%, а выход светлых продуктов до 70%. Будет пляцовка 35 гектаров. Працует на ней 1500 специалистов. На данном комплексе было использовано в основном свыше 80% иностранного оборудования. Комплекс является уникальным. В мире таких построено не так много. Поэтому работы были усложнены тем, что как бы не было опыта в этих работах. И подрядчик, и заказчик подходили гибко подходили к выполнению своих обязанностей. Ну и с этим справились, я считаю, на отлично. Плануется, что на новый вытвор
вытворчасці будуць працаваць амаль 300 чалавек. Зараз яны ў Балгарыі, знаёмяцца з тэхналогіяй і асвойваюць абсталяванне. Тым часам мадэрнізацыя набірае абароты. Яе курс не толькі на павелічэнне аб'ёму выпуску, але і на павышэнне якасці прадукцыі. Дарэчы, яе кантролем займаюцца 140 спецыялістаў у лабараторыях завода, правяраюць кожную партыю бензіну і дызпаліва. У іх памочніках таксама сучасныя тэхналогіі. Сёння гэта прадпрыемства еўрапейскага ўзроўню, а праграма яго развіцця – гэта маршрут да зялёнай прамысловасці, павелічэнне аб'ёму выпуску, паглыбленне перапрацоўкі нафты і пераход да сусветных стандартаў якасці. Павел Міхно, Ганна Кавалёва, тэлерадыёкампанія «Гомель» пры падтрымцы агенцтва «Теленавін». Для повышения эффективности будовничьей галины задейничены все организации в этой сфере. Одна из найбуйнейших – Гомельский домобудовничий комбинат. Зараз он загружен на 90% своей могутности и на 3/4 закрывает программу жилевого будовництва. С конвейера сходят свыше 20 тысяч наименее продукции. При этом предприемство протягивает наращивать экспорт товаров и послуг. Наше предприятие как работало, так и работает. Ну, работаем 3 смены, как и положено. Объемы есть, работаем, не останавливаем. Ничего, как работали, так и работаем. В таком же режиме, как и были, так и остались. У 2019 году предприемство увело у эксплуатацию амаль 95,5 тысяч квадратных метров жилья. Найбольшая колькость у Гомелі, а так само у Жлобіні, Речицы и Минску. Спрыяць таму, каб не пуставалі будынкі. Законадаўствам установлены льготы для набыцця дзяржмаёмасці. Каб хутчэй прадаваць такую нерухомасць, яе кошт значна зніжаецца, калі на аб'екты адсутнічае попыт. Паступова кошт зменшаецца на 50-80% і можа апусціцца да адной базавай велічыні. Але каб набыць аб'ект за мінімальную суму, не абавязкова чакаць зменшэння цаны. Будынкі могуць адразу выставляць на таргі па такім кошце, калі яны знаходзяцца не ў Мінску і абласных цэнтрах. У нашым рэгіёне с початку года продадены 43 объекты, из них 19 за одну базовую. А кроме того, для покупников повеличены период растерминовки за набытую маёмасць из 1 года до 3. Дарэчы, калі набываецца нерухомасць у городах и населенных пунктах, а кроме Гомеля, Жлобіна, Речицы и Светлогорска, растерминовка может досягать 5 годов. Набытые объекты можно выкарыстоўваць у розных мэтах для организации вытворчасці, розничного и оптового гандлю, громадского харчавання, оказания послуг. Объекты недвижимости могут отчуждаться индивидуально предпринимателям, а также юридическим лицам на возмездной основе без проведения аукциона по рыночной стоимости для осуществления розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания только на территории сельской местности и малых городских поселений. По территории сельской местности здесь понимается территория Республики Беларусь со среднесписочной численностью населения до 2000 человек. Территория малой и среднее поселение – это территория Республики Беларусь со среднесписочной численностью населения от 2 до 10 тысяч человек. Однако действие данного указа не распространяется на розничную торговлю автомобильными транспортными средствами, прицепами, ювелирными изделиями, драгметаллами, а также на оказание бытовых услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств. До 20 жніўня школы, ліцеі і гімназіі рэгіёна будуць гатовыя да новага навучальнага года. Усяго ў нашай вобласці працуе 1171 установа адукацыі. Сёлета дзяцей упершыню прыме новая школа ў 21 мікрараёне Гомеля. Пасля рэканструкцыі адкрыецца таксама Літвінавіцкая сярэдняя школа ў Кармянскім раёне. На падрыхтоўку класаў, інжынерных сістэм, харчблокаў і прылеглай тэрыторыі ў бюджэце прадугледжана звыш 20 мільёнаў рублёў. Асноўная частка накіравана на рамонт. Так само набывались компьютеры и сучасные навучальные обсталявания. У имя загинувших на той войне память бойцов отрада «Большевик» ушановали каля мемориального комплексу «Партизанская крынічка» у лесе под Гомелем. Кветки до помника усклали ветераны Великой Отечественной войны, представники органов улады и ветеранских организаций «Молодь». Люди штогод наведывают это место, каб выказать подяку живым и вспомнить тех, кто загинул, отстоивающий свободу родимы. Все забывается. Как-то. Вот. Ну, нам, участникам войны, конечно, нас уже мало осталось. Вот. И обидно, когда все это делается не с душой. Желательно помнить о тех павших, которые свою жизнь на алтарь Родины отдали. Хочу сказать Царство Небесное тем бойцам, которые хоть что-то сделали, вложили маленькую частицу
своей боевой деятельности во время Великой Отечественной войны этого отряда. Ну и почитали, и будем ездить почитать, пока мы живем. Партизанский отряд «Большевик» был створен в жнивне 1941 года под час оборонных боев за Гомель. Бойцы организовывали диверсии на железных дорогах и основных автомагистралях. Разом с частями Червоной армии удельничали у вызволенчей операции «Багратион». И было страшное, ужасное время, и не дай бог, чтобы оно когда-нибудь повторилось. Это очень страшно, просто наша молодежь этого не понимает, они же никогда не страдали от того, что у них нет куска хлеба или одеть нечего, и голод, все на свете. Поэтому я, например, очень не хочу, чтобы в нашей стране когда-нибудь повторилось хотя бы чуть-чуть что-нибудь подобное. До плюс 30. На завтра у Гомеля обвешаны оранжевый уровень небезопасности. Просьба до населения, як мага меньше часу, находится под прямыми солнечными промянями. При выходе на улицу не забывать про головные уборы и солнцеохолные кремы. Але такое надворье протримается усяго день. Уже у середу слупок термометра опустится до 22-24 градусов. Чакаются невеликие дожди, махчима на вольнице. С четверга по субботу температура поветра обяцая быть достатково комфортной, плюс 20-24. Только у пятницу будет дмуть порывистый ветер. У 64 районах краины уведены заборони и обмежавания на наведывание лесов. Так у нашей области наведываться у лесные массивы дозволено только у Ельским районе, остатние под забороной. Подобные меры носят часовый характер и будут сняты при стабилизации пожаронебезпечной обстановки у лесным фонде. Сочить за ситуацией допоможет интерактивный карта на сайте Минлясгаса. Гэтыя і іншыя навіны, інфармацыю о праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Гомельские милиционеры обнаружили в районе центрального рынка склад, где хранилось около 190 килограммов насвая. Вещество находилось в целлофановых пакетах без расфасовки. Владельцем крупной партии некурительного табачного изделия оказался 23-летний гомельчанин. Его уже привлекали к ответственности за реализацию насвая. В отношении парня составлен административный протокол. Ему грозит штраф до 40 базовых величин или арест. 15 августа в реанимационное отделение Лоевской районной больницы доставили пенсионера с термическими ожогами. Житель деревни Тростенец 1952 года рождения сжигал мусор на территории своего домовладения. Внезапно мужчина почувствовал себя плохо и упал возле костра, после чего на нем загорелась одежда. Соседи увидели происходящее и прибежали на помощь, потушили огонь и вызвали скорую. В центре внимания дети. Сегодня стартовала республиканская акция МЧС. Цель – привлечь внимание к проблеме травматизма и гибели детей на пожарах в результате недосмотра. Первый этап пройдет до 31 августа. В этот период основной аудиторией спасателей станут родители. Им напомнят о том, как важно научить детей правилам безопасности в онлайн-формате, а также в личном разговоре, в магазинах и торговых центрах. Второй этап с 1 по 10 сентября. Площадки для мероприятий, учебные заведения, предприятия, места массового скопления людей. Методы работы, профилактические беседы, просмотр тематических фильмов, распространение информационных брошюр. К сожалению, статистика показывает, что в большинстве своем случаев получение огненных травм детей бывает два момента. Это неугомонное любопытство детей и вторая причина – это оставление детей одних без присмотра со стороны родителей. Конечно же, если в первом случае запретить ребенку познавать мир практически невозможно, то второй момент – побеспокоиться заблаговременно о безопасности своих детей предоставляется возможным. 16 августа спасателям Жлобинского района поступило сообщение из деревни Радуша. Лошадь упала в канаву и не может из нее выбраться. Местным жителям не удалось самостоятельно помочь животному. Работники МЧС установили, лошадь хотела попить воды и задними ногами провалилась в канаву. При помощи 6 мужчин из деревни, техники и 2 хозяйственных пожарных рукавов животное вытащили на поверхность. Лошадь не пострадала, ветеринарной помощи не нуждается. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания.
На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта, в студии Павел Михно. Здравствуйте. Мини-футбольные клубы БЧ и ВРЗ провели товарищеский матч. Поединок закончился разгромным поражением железнодорожников 2-9. У вагоностроителей голами отметились Воронин, Пинчук, Березовский, Ананьев, Дегтяренко, Селюк, Заяц и дважды Осиновский. А у представителей БЧ забитые мячи на счету Андреевского и Лемешко. Хоккейный клуб «Гомель» сыграл с минским «Динамо» контрольный матч. Столичный клуб оказался сильнее 3-2. Счет открыл на 15-й минуте Скоринов. Из «Гомеля» на 37-й оформил дубль. В третьем периоде Протас и Коголев сравняли счет. На 52-й минуте Коголев реализовал булит, который и принес победу хозяевам площадки. Белорусская федерация хоккея возобновила розыгрыш Кубка Руслана Салея. Матчи 3-го и 4-го туров, которые ранее перенесли, состоятся 24 и 26 августа соответственно. Матчи 5-го тура пройдут согласно расписанию 18 августа. Гомель встретится с «Металлургом». Начало матча в 19:00. Напомню, этот поединок пройдет уже со зрителями. Билеты можно приобрести в кассе Гомельского ледового дворца. Товарищеские матчи в два дня организовали и гандбольные клубы «Городничанка» «Гомель». Оба поединка завершились победой гостей. В первый день гомельчанки оказались сильнее 35-20, во второй – 35-28. Самыми результативными стали Котина и Охраменко, Мисаченко и Воронова у «Рысей», Сурган, Цверко, Кашкевич и Рябченко у «Городничанок». Завершились Олимпийские дни молодежи по гребле на байдарках и каноэ. В республиканском турнире участвовали юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. По итогам турнира в командном первенстве сборная Гомельской области заняла первое место. В индивидуальном зачете спортсмены региона завоевали 10 золотых медалей, 8 серебряных и 9 бронзовых. Подвели итоги чемпионата и первенства страны представители академической гребли. В первенстве участвовали 17 гребцов. На их счету 7 золотых, 31 серебряная и 9 бронзовых наград. В общем зачете команда молодежи заняла второе место. А вот в чемпионате страны сборная области победила. Взрослые спортсмены привезли домой 10 золотых, 25 серебряных и 14 бронзовых медалей. В Реческом районе прошел бойцовский забег трассы Е-95. На соревнования приехали 70 участников из всех областей Беларуси. Участвовали мужчины и женщины, юниоры и дети. Они проходили 18 препятствий по земле, воде и воздуху, 8 километров беговой трассы по пересеченной местности. На счету гомельчан 10 наград – 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Еще одна медаль за третье место на счету представителя Рогачева. В этом году забег приурочили к 20-летию Гомельского центра восточных единоборств и 25-летию Гомельской областной федерации контактного карате. Впервые организатором выступила белорусская ассоциация «Кёкусинкай». А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4».